Прочитал я про этот способ в интернете. Захотелось тоже попробовать. Купил вот таких вот таблеток. Наверное, их сразу надо в воду кинуть, чтобы они влаги набрали. Прошло 10 минут, и вот такие они стали, увеличились в размере, влаги набрали. Наверное, уже больше и не будут такие, не останутся. Срезал веток с лимона. И можно их порезать на черенки. С этого можно 2 черенка сделать. 3 листа, нормальный черенок для укоренения. Этот тоже можно 2 оставить. Это тоже напополам можно разрезать. Нижний можно убрать, потому что здесь будет торф. Попробую без никаких стимуляторов роста корней просто так поставить. Укоренятся или нет, не загниются ли они, кто знает. Плохо он здесь держится. И ставлю в емкость под воды. Лишняя влага выбежит через отверстие на дне. Думаю, примерно так.
и сверху накрыть пакетом, чтобы была большая влажность и черенки не высохли до того момента, как корни отрастят. Свет к ним будет попадать, влажность высокая есть. Теперь поставить теплое место, чтобы корни отрастали при тепле. Ну, если не загниется корни, то должны отрасти. Куда-то можно возле батареи поставить, чтобы тепло было. Прошло уже 43 дня, как я поставил их сюда. И пока такие вот результаты. Полностью листья упали. Может, стояло слишком близко к батарее отопления и перегревалось. Потому листья упали. Корней нету. Наплывов тканей может немного есть. Навряд ли с него уже что-то получится. На втором листья остались. На вид нормальные такие. Корни немного появляются. Вот, еле заметно. Два корня. Может, условия зимы не очень способствуют росту корней. А может, сами таблетки не очень подходящие для этого дела. Ну, аж 40 дней и всего немного появляется, это долго. Летом в песке и за месяц может больше отрасти. Ну, пусть дальше стоит. Я думаю, эти корни дальше отрастут. И все с ним будет нормально. Это вообще корней не видно, чтоб что-то было. И даже наплывов тканей особо незаметно. Ну и сами листья немного подвявшие. Наверное, с него тоже ничего не получится.
И последний. Последнего тоже сама таблетка подсохла. Грунт не такой влажный, как у остальных. В этого набагато более влажный, в этого подсохший. Потому что у него, наверное, корень вырос. Вот аж сюда. Может, так сразу можно и сажать у вазон. С вот этим. Ну, корень появился. И влагу он брал отсюда, и потому здесь более подсохшие, чем у остальных. Этот, может, можно и посадить уже. Такие вот результаты. Один с корнем, одного только появляется, два вообще не растут. Может, летом, когда тепло, результаты будут и получше. Кому интересно, пробуйте тоже. Может, у вас лучше получится. Может, у меня просто конкретно в этом случае не получилось. Но срезы не позагнивали. В таблетках остались зеленые. Просто что корни не начали расти. Так вот. Поставлю их назад. Этот, наверное, посажу, остальные поставлю, пусть дальше стоят. Будет видно, что дальше.